Всем привет, меня зовут Роман, это канал Роман Плей и игра SnowRunner. Так, мы там закончили в карьер, там доставили груз для рабочих, там они... Так, мост тут я наткнулся, ну я его за кадром отремонтировал по-быстренькому, тут в принципе вот в этих краях вот был прицепчик с этими, оказался, с досочками. Так, ну что, сейчас мы попробуем выполнить... Поручение, так, где оно? Вот тяжело. Нет, погодите-ка. Опять камни, вот они. Вот. Здесь дорогу откроем, чтобы передвигаться. Попробуем, может, чуть-чуть улучшение взять. Так, запасные части, я так понимаю, можно вот здесь взять, так что быстренько сейчас выполним. Так, ну. Он только добраться бы отсюда. Где мы вообще есть-то? А, вот он где. Я так думаю, может быть, сейчас как сделать, чтобы вот этот путь-то не держал. Блин, так только пилить-то. Надо было вначале мне добраться до туда. Так, ладно, мы сейчас магазин прицепов доедем, чтобы прицеп не терять. Потом купим. В принципе, я заметил, сколько покупаешь, сколько продаешь. Сейчас продадим туда прицеп. И опускаем машину. Погнали. Сейчас его продадим, чтобы его не волочь за собой. Сами эвакуируемся в гараж. По-быстренькому. Как... Я знак вообще даже не трогал. Сам все улетел. Так, теперь можно по мосту, по этому деревянному ездить. Не боясь застрять вот в этой жиже. Так, как раз таки вот здесь вот, типа магазина прицепов. Так, мы сейчас этот бортовой прицеп дадим, ничего покупать не будем, о чем паримся, это берем. Эвакуация, да, все, покинули гараж, заодно заправимся. Так, мы сейчас что сделаем? Так, сейчас примем задание вот это. Я хочу там взять это улучшение. Для чего оно там? Как раз таки по этой дороге проедем. Без прицепа нам будет, в принципе, довольно-таки просто. Так, поручение. Принять. Да установись ты. Так, сейчас тогда мы возьмем. Что это нужно? Погодите-ка. Опять камни я взял. Так, следить. Нам нужны запасные части. Их можно взять, я как понимаю. Блин, да. Эту кнопочку нажал. Так, вот здесь их можно взять. Сейчас мы их тогда возьмем. Ну вот уже вечереет. Опять ночь, как всегда. А что вот это там? Это что такое? А, типа здесь стоит прицеп, там уже запасные части уже есть. Не, ладно, спасибо, я туда съезжу сейчас на склад, загружусь.
Как всегда, уже вечер. Давайте-ка, знаете, как сделаем? Сейчас мы пропустим время. Так, вечер, ночь. Сделаем денем. О, потому что для превьюшки, не знаю, темное время суток не очень. Сейчас просто загрузимся. Так, запасные части, что есть можно? Куровая, мало мест. А, она 5 штук занимает. Так, а там... А, запасные части это все, да? Все, погнали. Ну вот как-то так. Так. Или так сверху не очень может быть. Там этот кран уже достал. Сейчас мы туда... Ну, так как-то. Как раз таки тип компании Wolf Grip. Камазик наш. Может быть так вот немножечко. Так вот его. Во, чтобы груз был немножко виден. Все, огонь. Так, теперь мы возвращаем. Так, ну сейчас эта миссия это вообще будет, я смотрю, быстрая. Мы прокатимся, тогда еще возьмем. Не понял, я же включил. Или что, не включилось? Ага. Плохо что-то прожалось. Так, мы сейчас завал сейчас разберем. В принципе, тут серия вообще-то короткая-то получится. И там мы прокатимся, возьмем улучшение заодно. Так, нам надо денег подзаработать, потом опыта надо тоже подзаработать. Нам нужна еще одна техника. Не знаю, либо... Ну, просто... Надо посмотреть, что там можно купить такое. Попроходимее, чем КамАЗик, может что-то будет. Так, разгрузить. Принять $1300. 170 опыта. Классно. Так, все это мы миссию выполнили. Теперь у нас тут открыт проезд.
Нормальная асфальтовая дорога. Ну там немножко грязи было на нем. И тут пошло. О, грязевые ванны. Гараж. Так, опа. Смотрите, дорога. Сюда. Скважины. Улучшение еще. Я вот за этим улучшением хотел съездить. Так что едем сюда. Едем в густой лес. Здесь как бы типа дорога, но как бы ее что-то и нету. О, старое шасси, опа. Так, двигатель. И для чего же он? Скаут 800 и Шевроле. Ага, новый движок. Так что можно Шевроле прикупить. Опять скаут тут продать. Новый можно движок поставить. Так, круто. Так. Классно, да? Мы нашли новый двигатель. Это круто. Так. Что у нас вот здесь вот, мне интересно. Может, вот эту вышечку откроем? Попробуем туда пробраться. Так, чтобы туда пробраться, нам надо вот до сюда доехать. Потом мы сюда. 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 Да, давайте вот эту вышку еще откроем. До нее доедем. Так, ладно, доберемся мы до сюда, а там дальше будет видно. Вообще, походу, какой-то грузовик был. Его разобрали. А колеса почему-то оставили, раму тоже оставили. Ну, значит, не так уж и надо было. Там еще, кстати, на пути к этой вышке есть улучшение. Можете его тоже забрать. Да, давайте мы его тоже заберем. Хотя вот если... Если... Ну, тут как бы латина, конечно. Так, а если мы вот, допустим, поедем вот тут? Вот так вот поедем. А мне эта идея больше нравится, если честно. Тут как-то вроде короче получается. Вот так вот. Давайте тогда вот так вот сейчас сделаем.
Такая дорога, и прямо рядом с дорогой такая лужа вообще большущая. Ну, здесь поля, вот, честно сказать, такие как немножко, как на возвышенности, соответственно. Не так там должно быть вязко. Бульк, бульк, бульк. Бульк вообще тут такие лужацкие. Я вот не знаю, вот каждый раз, когда сюда приезжаю, задаюсь вопросом, правда, на чем фермер ездит? Техники, честно сказать, я его не вижу никакой. Сейчас просто вот эту вышку откроем. Будет более понятна картина вообще карты. Кстати, совместить вот этот SnowRunner, да, в игру, Euro Truck Simulator, это будет вообще такая ядреная вещь. Допустим, берешь ты из точки А там, в точку Б, там из одного города в другой груз, да, и вот такие вот здесь дороги. Вот. Там размыло дорогу, там заблокирован проезд, надо объезжать. И ты вот везешь груз, было почти сказать прикольно. Грязь застрял, там лебедки на тебя вытаскивают. Было бы, кстати, очень прикольно. Так, а куда нам дальше? Дальше нам налево. О, щит. Там такая лужица хорошая. Надеюсь, так, надо как-то держаться. Если что, за дерево зацепиться. Да, я думаю, не понадобится это нам. На брюхо не сели вообще. И классно. Так, а здесь что? Здесь вообще как бы дороги нету. Заросла дорога. Опа. Елку завалили. Оп-оп-оп-оп-оп. Здесь такое ощущение вообще там не ступала нога человека. Ух, какой тут вообще, не знаю, грязимес. Машина какая-то ликауха. Здесь такое ощущение, что... А вот фигая вот это улучшение наше. Как будто снесло откуда-то машину. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Сейчас бы мы еще чуть-чуть и лежали бы на боку. Так, но этого не случилось. Вот и хорошо. Так, редкий двигатель из-за ограниченной партии. Главная цель мощности, а экономичность не имеет значения. Интернационал, Транстар. Ага, круто. У нас такого автомобиля нету. Так, а мы тут, не знаю. Ладно, поехали, раз тут мы уже поехали. Нормально, колесом проехал. Блять, на мост сели.
Так, что делать-то? Мы сели на эту корягу долбаную. А, вообще выехали с этой коряги. Короче, кидает нас на эту корягу и все, хоть тут тресни. Так, а мы тогда вот так сейчас сделаем. Поедем, как и дорога проложена. Опа. Здесь, во-первых, вязко, а во-вторых, еще можно и перевернуться. Нет, не туда, вот туда давай. Тут надо выровнять машину, вот. Она как-то немножко боком едет, все. Отлично. А, дорога-то там, а мы тут полезли куда-то. Ну, мы решили напрямки срезать тут чуть-чуть. Да, если тут с грузом ехать, это... Так, эту дорогу запомним, что она так чисто. Просто проехать вот. С грузом здесь вообще не вариант. Если только без прицепа. И то может их качнуть неудачно. Так, сейчас направо. Так, вышку где-нибудь вообще видно. Какие-то там болото, болото. Я вышку что-то вообще не вижу. Вот, вижу. Угу. И походу нам туда. Ну, давайте попробуем. Не знаю, что с этого выйдет. Ну, как-нибудь доберемся, наверное. Может и нет. Так, давайте-ка назад. Тут что-то вообще стрём. Давайте-ка вот там вот. Ага. Тут, во-первых, как-то глубоко. Нет, тут что-то непроездная дорога. Ой, дерево сломал.
Так, а если тут мы попробуем? Так, сейчас чувствую, мы бухнемся с этого. Так, а если вот... Нет, я чувствую, сейчас камней мы просто скатимся вниз. В эту воду. Темнеет, я нифига не вижу уже. Тут вообще, не знаю, на каком-то островке она. Это дрянь. Так, давайте тут попробуем. Ну, тут тоже такая болотина. Но все-таки здесь получше. Так, вот как туда нам это пробраться-то? Я чувствую, мы сейчас тут встрянем. Все, приехали. И не за что даже... О, ну что, схватились. Так, а если мы вперед? Тут какое-то ощущение, не знаю, подаем такой. Мы вообще утонули. Все. Нашли, где вышку разместить, кто в болоте. Не, чтоб тут скаюшку-то, а? Не, это все, это гнилой номер. А смотрите-ка. Вы посмотрите, а мы выехали. Нам главное коснуться вот этой полосочки. Давай, давай. Ну мы коснулись полосочки или еще? Давай, 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 давай. Такое нам надо заехать вот чуть-чуть. А есть там, мне не следует куда там заплатиться. Ну давай.
Ну что, негде зацепиться даже. Ну, ё-моё. Все, мы добились этого. За рекой. Так, это новая миссия. Угу. Так, еще осталось сколько тут? Открыть одна вышка, вторая вышка, третья вышка. Ну, честно сказать, пол карты, грубо говоря, уже открыто. Это меня радует, так что мощный фундамент. Такой... Ага, вот. Волны такие поднимаем. Так, не будем мучить мы КамАЗ. Мы просто делаем эвакуацию в гараж. Вот магазин грузовиков. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. Мощность очень мощная, надежный, расход топлива. Угу. Постоянный полный привод. Дифференциал. Вот надо, может, такое прикупить. Ну, это Уральчик получается, да? Вездеход. Так, а еще был такой. Еще же был. Что-то я не наблюдаю. Это все не то. А где же он был-то? Так, надо еще найти этот хаммер. Во! Колб. Вот этот тоже довольно-таки должен быть проходимый. Но он 120 тысяч почти стоит. Ладно, будем пока копить на этот, посмотрим, купим его в действии. Что он себя представляет. Так, а сейчас тогда, сейчас мы припаркуемся тут. Я думал, кстати говоря, мы все-таки не доедем до этой вышки. Но мы все-таки доехали, и это хорошо. Так, на этом видосик мы тогда закончим. Спасибо за просмотр. Ставим лайки, оставляем свои комментарии. Обязательно подписываемся на канал. Дальше будем проходить карту Мичиган. Но я пока не хочу на другие карты лезть. Пока хочу эту пройти полностью, потом уже дальше что. Еще раз спасибо за просмотр. Не болейте, будьте счастливыми и здоровыми. Всем пока-пока.